любителям спорту, сьогодні продовжуємо займатися йогою. Заняття проводить Аліса Рибаченко. Йога – это хороший способ отключиться от повседневной суеты и немного погрузиться в себя. Вдох, выдох, опускаем руки вверх, поднимаем вдох, садимся, выдох, опускаем руки вверх, вдох, выдох, опускаем руки, садимся, вверх, вдох, выпрямляем ноги, выдох, садимся, руки вверх, вдох, оставляем руки вверху, садимся, выдох. Вдох, ручки выше головы, бедра параллельно полу, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Поднимаемся вверх, вдох, скручиваем корпус, изгибаем ножки вправо, выдох, вдох, поднимаемся вверх, выдох, скручиваем корпус влево, вверх, вдох, скручиваем корпус вправо. Вверх, вдох, влево, выдох, вверх, вдох, вправо, остаемся, левую руку отталкиваемся от правой коленки, правое плечо назад, держим, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, поднимаемся вверх и скручиваемся влево, выдох, правую руку отталкиваемся от левой коленки, смотрим назад, вдох, выдох, вдох, выдох, поднимаемся вверх, вдох, опускаем руки, подтягиваем правую ногу к животу, выдох, левая нога опорная, ровная, держим, вдох, выдох, правая рука, замочек рук под коленкой правой, вдох, выпрямляем правую ногу, носочек тянем на себя. Выдох, вдох, выдох, вдох, подтягиваем правую ногу и выдох, опускаем. Руки вверх, вдох, опускаем руки, выдох, подтягиваем левую ногу к животу. Вдох, выдох. Вдох и замочек рук под коленочку левую, выдох, выпрямляем ногу, ровная спина, вдох, выдох, вдох, выдох, сгибаем ногу в коленке, подтягиваем ногу к животу, выдох, опускаем, руки вверх, вдох и намасте перед грудью, выдох. Тож тренуйтеся разом з нашою командою та залишайтеся бадьорими та енергійними. В здоровому тілі здоровий дух.